Всем привет, друзья! Вы на канале Зеленый Алматинец. Давненько мы не проводили поиски в мусорных контейнерах. Сегодня как раз наступил такой день, и мы отправляемся туда, посмотрим, что будет нам попадаться из находок. Конечно, обещать крутые находки прям не буду, но все, что попадется, заберем. Все, отправляемся на поиски. Разбитая стеклотара, алюминиевая банка. Возле пункта приема металлома кто-то обронил металл. Какая-то проволока, легкий вес. Скорее всего, алюминий. Тут интересная находка. Но, конечно, ее забрать не получится. Это какая-то арматура. Торчит в двух местах. Может быть, сюда придем как-нибудь с аккумуляторной болгаркой. В такие ямы скидывают разный мусор. Потом, наверное, поджигают, и вот так вот все это дело горит. Я не знаю, тут, конечно, мусорка находится недалеко, но почему-то приносят сюда. Это какая-то железная трубка, можно ее забрать на лом. Такой черметик. Обнаружил такую мини-свалку. Кто-то привез строительный мусор. Вот тут находится какой-то проводок. Сейчас посмотрим. Так, вроде это... Не знаю, что это может быть. Надо дома проверить. Кончиков не особо видно. Черный металл. Это вроде чугун. Берем. А сейчас, если найду что-нибудь еще, покажу. В одном мешке нашел провод, но он, если его видно, он там находится. Да, там не очень видно. Но я тут сделал маленькую дырочку. Такой вот проводок. Но это медь. Вот она. А вот и контейнеры. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Но тут ничего пока особого не видно. Тут также... А вон там виднеется вроде черный металл. Чтобы доставать, будем использовать вот эту найденную длинную железную палку, то есть трубку. Сейчас я ее достану, потом дальше покажу. В общем, получилось ее достать. Вот такая вот железяка. Идем дальше. А вон там видно банки. Я не знаю, сейчас попробуем зацепить нашей палкой. Упс. И еще в контейнере тоже есть банки, вон несколько штук. Сейчас их тоже попробую забрать.
осматриваем очередные контейнеры. Так, здесь вроде тоже ничего нету. Ну, там какая-то сумка. Здесь вообще ничего. Тут какая-то коробка от пылесоса. Ну, наверное, внутри пылесоса нету. Блин, это, по-моему, какая-то техника. Не знаю, может быть. Сейчас посмотрим, что там. Давайте я его вытащу. Так плохо видно. Но это, походу, какие-то запчасти от ноутбука. Забираем вместе вот с этой сумкой. Дома посмотрим. Какой-то рюкзак. Еще игрушки. И найден вот такой мобильный телефон. Его тоже забираем. Отлично, классные находки. Возле машины нашел немного проводов. Этот алюминиевый. А этот тонкий медный провод. Еще одна машина. И снова провод. Сейчас посмотрим. Так, это алюминий. Сегодня у нас солнечный, теплый день. Где-то около 20 градусов. Я одел такие вот перчатки, но они слишком плотные, и в них потеют руки. Наверное, надо было одеть такой, который чуть полегче. А, кстати, тот рюкзак, который был в мусорном баке, я его тоже прихватил. Дома все это посмотрим. О, находочка. Две литровые алюминиевые банки. Возле урны нашел крышку. Забираем. Некоторые урны тоже осматриваю. В них находятся баночки. Вот сразу две штуки. Первое за сегодня свинцовое грузило. Батарейки по возможности тоже забираем. Поиски металлома в мусорных баках прошли успешно. Я собрал разные находки. Это вот все черный металл. Вот это, конечно, похоже на проводной алюминий. Но это обычная сталь, покрытая изоляцией. Немного чугуна, свеча зажигания, один шиномонтажный свинцовый грузик, такая вот крышка, одна батарейка, вот такая кучка с медными проводами, вот этот желтый оказался медью, эта вот кучка, все провода алюминиевые, и вот такая необычная банка, она пойдет в коллекцию к банкам. Алюминиевых банок в этот раз вот столько, полный пакет, 870 грамм. Теперь посмотрим самые топовые находки. Я все вытащил с этой сумки, и в ней оказался ноутбук, но он полностью в аварийном состоянии. Это вот все разобрато на запчасти. Там была такая батарея литиево-ионная.
Она тяжеленькая. Вот, посмотрите, такая плата. А можно будет как-нибудь все это разобрать, более детально посмотреть. Там же была найдена такая мобила Samsung. Думаю, неплохой такой бонус. В этом же месте я прихватил такой вот рюкзак. Я его посмотрел, вроде бы полностью целый. Тоже надо будет что-нибудь придумать. Может быть, его продадим или кому-нибудь отдадим. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!